красиво. Красиво. Люди. Отличная погода, отличные люди. Поэтому... В общем, многие отдыхают, расслабляются таким образом. Вот вы как? Знаете, вот если бы на весь день туда, но, к сожалению, так не получается. Хотя, на самом деле, удовольствие получаешь от этого. Не могу сказать, что я в быту какой-то садовод или огородник, но у меня есть участок у дома, да. Цветочки там, кстати, да? Деревья. Ну, это не моя задача. Цветочки, деревья, траву покосить, да.